Московская церковная архитектура достигает особой монументальности и своеобразия в соборах и крепостных сооружениях Московского Кремля. На смену традиционным русско-византийским формам и приемам проступают вполне определенные черты итальянского ренессанса, но ренессанса, плавно и органично объединенного с эстетическими навыками местного средневековья. В Успенском соборе Кремля итальянский зодчий Аристотель Фьераванти придал древнерусской храмовой композиции беспрецедентную масштабность, а интерьеру – невиданный пространственный размах. Итальянцы, работавшие в Кремле, оснастили ренессансным декором Великокняжеский дворец, а также новые крепостные стены и башни. В архитектурный ансамбль Московского Кремля 15-16 веков, сохранившийся до наших дней, входят Успенский собор, главный храм Московского государства, Благовещенский собор, домовая церковь московских князей и русских царей, Архангельский собор, усыпальница московских князей и русских царей, Грановитая палата, парадный тронный зал русского государства, Колокольня Иван Великий. Северо-западную часть Кремля занимает здание арсенала, воздвигнутое в XVIII веке в стиле петровского барокко. Напротив него, в конце XVIII века, по проекту Казакова, было возведено здание сената. Большой Кремлевский дворец, парадная московская резиденция царей, был построен архитектором Тоном в середине XIX века. Дворец соединен с теремным дворцом, построенным в XVII веке. В здании оружейной палаты, сооруженном в середине XIX века, находится алмазный фонд. В 20 веке значительная часть других памятников архитектуры 15-19 веков, находящихся на территории Московского Кремля, была варварски уничтожена. В середине 20 века по проекту архитектора Пасохина в Кремле был построен дворец съездов, предназначенный для проведения съездов коммунистической партии, конгрессов и театральных представлений. Кремлевские стены и башни были построены в 15 веке из кирпича с учетом фортификационных требований того времени. Они сохранились с некоторыми переделками до настоящего времени. Первоначально боевой ход по верху стен и все башни были накрыты тесовой кровлей. Первой была возведена в 1435 году Тайницкая башня с воротами и тайным ходом к реке. Затем в 1435-38 годах были заложены две круглые угловые башни – Водовзводная и Беклемишевская. После этого было завершено строительство южной стены с башнями вдоль Москвы-реки. Протяженность кремлевских стен составляет 2235 метров. Они имеют 18 башен, из которых 6 наиболее значительных, располагают своими проездными воротами. Спасская, первоначально называлась Фроловской, Никольская, Троицкая, Боровицкая,
Тайницкая и Константино-Еленинская башни. На Спасской башне бьют кремлевские куранты. Эти часы несколько веков были и продолжают оставаться эталоном точного времени. Через Спасские ворота лежит главный въезд в Кремль. Собор выстроен из кирпича увеличенного размера и облицован блоками белого камня. Три его фасада разделены лопатками на одинаковой ширины прясла, которые завершаются закамарами на одной высоте. Пять апсид на восточном фасаде выражены слабо. Аркатурный пояс как бы делит здание на этажи, из которых нижний, глухой и гладкий, прорезан лишь порталом входа. Узкие щелевидные окна расположены строго одно над другим. Нижние помещены в аркатурном поясе. Перспективные порталы вместе с центральным куполом выделяют основную, главную ось здания. Симметрия, уравновешенность, строгая геометричность являются основными приемами архитектурной композиции этой постройки. Согласно летописи, стены интерьера храма стали украшать фресками сразу же после окончания строительства, и в начале XVI века он был полностью расписан. Типологическая основа собора – четырехстолпный, трехапсидный крестово-купольный храм из камня, возведенный псковскими мастерами в 1484-1489 годах. Первоначально храм был небольшим, трехглавым и имел открытую обходную галерею. Обращает на себя внимание тонкой белокаменной резьбой и высоким подклетом. В 1508 году была вызолочена центральная глава, а во второй половине XVI века все главы и крышу покрыли золоченой медью, отчего собор стали называть «златоверхим». В 60-х годах XVI века галерея была застроена. Над нею возвели еще четыре одноглавые церкви и две мнимые над сводами. Таким образом, собор превратился в живописное девятиглавое здание.
С южной стороны пристроили паперть с высоким белокаменным крыльцом, украшенным резьбой. Все русские цари по восшествии на престол обходили кремлевские соборы и входили по красному крыльцу в грановитую палату, где совершалась царская трапеза в присутствии высших сановников. Наружные стены грановитой палаты красиво отделаны в форме граней, отсюда ее название. Окна украшены нарядными белокаменными наличниками с колонками, перевитыми виноградной лозой. Собственно, палата представляет собой одностолбное сооружение площадью около 500 квадратных метров, перекрытое четырьмя крестовыми сводами. В центре палаты, поддерживая высокие своды, находится четырехсторонняя колонна, украшенная лепными изображениями птиц и зверей. Современная красочная роспись грановитой палаты выполнена в 1881 году мастерами из Палиха. Духовной твердыней, на которую смогла опереться Москва, новая столица Руси, стала обитель в честь Святой Троицы, основанная преподобным Сергием игуменом Радонежским. В начале 1340-х годов здесь уже был большой монастырь. В его центре стоял деревянный храм во имя Живоначальной Троицы, воздвигнутый преподобным Сергием, который стал символом единства и нераздельности Руси. В 1408 году монастырь был разорен войсками хана Едигея. В 1422 году его восстановили. Тогда же были открыты святые мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского, и совершен акт его канонизации, как покровителя земли русской и заступника перед Господом Богом. Это событие было отмечено торжественной закладкой на месте прежнего деревянного белокаменного Троицкого собора над гробом ракой Сергия. Одноглавый, трехапсидный, крестово-купольный храм с повышенными подпружными арками, таким он и дошел до наших дней. Троицкий монастырь с тех пор стал всероссийским местом паломничества. Преподобный Никон, игумен Радонежский, непосредственный преемник святого Сергия, благословил на роспись собора великого Андрея Рублева. Созданные им иконы для Троицы Сергиева монастыря прославили древнюю обитель, в особенности Троицкий собор, в иконостасе которого была всемирно известная ныне его икона «Троица». Высокопетровский монастырь возник в числе первых пяти монастырей Москвы конца XIII – начала XIV веков. Основателем обители был святитель Петр, первый митрополит московский и всея Руси. В 1325 году митрополит Петр по просьбе московского князя Ивана Даниловича Калиты перенес свою кафедру из Владимира в Москву и этим способствовал превращению Москвы в церковную
а затем и государственную столицу Руси. Вскоре после этого построенный митрополитом Петром деревянный Петропавловский собор был переосвящен Иваном Калитой во имя его основателя, и монастырь стал именоваться Петровским. В 1514-1517 годах итальянский зодчий Оливис Фрязин, новый, возвел вместо деревянного каменный храм, который стал прообразом столпообразных храмов аналогичной архитектуры в русском зодчестве.